Сегодня 2 ноября 2009 года. Я на кухне с двумя из своих 15 детей, с моим 10-м ребенком, 6-м сыном Алексеевым Егором Владимировичем и 12-м ребенком, 5-й дочерью Алексеевой Царицы Владимировны. Сейчас Егорушка мне сыграет что? Песню о черте. Песню о черте. Давай, Егорушка. Почти в 63 года я наслаждаюсь игрой своих детей. Советую всем иметь побольше детей. Старшему ребенку уже 40 будет, а младшему 4, да? Так что чем больше детей, тем больше радости. Вот так вымирают подлежащие вымиранию русы, русичи или как хотите. Кого надо уничтожать-то в России? Да? Коренное население. Вот коренное население. В трехкомнатной квартире, в 12-сером помещаемся, даже еще фильмы снимаем, да? Вымираем, вымираем, а я инвалид, 63 года почти. Так что всем советую жить, как я, больше детей, больше радости.